Икру не любить. Чувствую, когда голову щипит, сейчас вообще не щипит. Саша, Алиса, ты относишься к сексу с другом, опыта такого не было, но как бы открыто к любому опыту, правильно? Ебать, довольно сразу сидит. Ой, вот девочки могут одной фразой так обрадовать мальчика. Просто сказать, что потрахаются, все, уже довольны. Ты настоящую черную, наверное, не ела? Не, ну я кушала нормально. А ты хочешь сказать, что настоящая черная икра лопается, типа? Ну она может быть и лопается, но не так сильно, как красная. Эй, эта вспышка просто как день. Ну и там видно, что это вот когда эти салюты. Они матис взорвали? Я бы обосрался. Прикиньте, вы спите, просто вот такую хуйню услышите на улице. Па-па-пам. Сейчас хочу вам показать. Что тут написано? Как вам девочка такая? Вот мне нравится типа такой стиль, когда в татуировках такие типа dirty baby. Ноль. Реально не кпис. А я не знаю ее ник. Давай насчет хни. Стремно, ладно, давай. Я надеюсь, ты не тупой. Раз, два, три. Ты мне нравишься. Нет, короче. Так, подожди. Это проклятие Фортнайтера, Лору, не расстраивайся. Вон. Есть, если что, запасной вариант сзади. Пицца? Поделимся пиццой. Так. Поспим вместе. Часик. Ну, можем не поспать. Можем отдохнуть просто. Отдохнуть? Да. Как отдохнуть? Да что мы поделаем? Ну, давай. Давай. Отдохнули бы с тобой, малышкой, чат? Примерно. Вот если бы я так в рестораны заходил, мне кажется, поуважительнее бы ко мне относились. Прикиньте. И вот отсюда кошелек. Охуенно, нет? Вообще норм. Я популярный рибай, я не вижу нихуя в этих очках, чтобы вы понимали. Когда по я сейчас запотел. Хожу, там примерно почти все челы вот так вот. Я вот тебя вижу одеты. Процентов на 5, наверное. Дайте мне вещи какие-нибудь положить. Ну, в машину. Пойдем в тепло, нахуй это надо. Заболеем за секунду, я уже заболел. А сколько вся стоила? 4000. Блять, Снил, тебя наебали, это ж паль. 3 800, схуяли паль. Ну 4000. Схуяли паль. Ты на оригинал бы потратил 1000. Ты свою маску 8, видел, 9. Схуяли паль, говорит. Еблан, очки Майбах только оригинал продаются. Маска Гуччи лимитированная, от коронавируса защищающая. Да зачем здесь людей-то ставить, я не пойму, что за бред. Мне кажется, если бы я играла, я бы всех задавила. Это люди, но это мусор. Инста. Машины, блядь, копы, блядь, люди, блядь, откуда они там? Кармагеддон мы, блядь, играем, тогда рассыпьте еще бонусов, блядь. Сейчас я тебя научу тащить катки через лес. Принять, принять. Наташ, прими, пожалуйста, Наташ. Бегу! Прими, пожалуйста. Есть! А я спокойно могу, да, убивать их? Ну только от стана надо, бля! Че, она дальше Живу? Стоит? От стана, бля! Она охуяна. Она охуяна дальше стоит, их бьет. Ай! Живу, от стана, бля! Тебе бы тоже у Сьёги подучиться. Было бы славно. 4 мидл. Ебать, там М-ка в окне, если что, Данила, иди за М-ка. Блядь, что-то в КС захотела. Сейчас... Мне вообще нельзя КС показывать. Ман, еби их в ноль, там диглы. Я сразу начинаю... Давай, родной, давай, давай! Давай, давай, еще одну! Диман, это легенда. Бля, мы выиграем в инлайн-лигу, я тебе клянусь! Мы выиграем ее! Я думал, так, у меня встанет. Вес примерно под
Он сейчас будет примерно в этот момент с АВП пикать. У него 10 камлайн, а у тебя 500. И чё? Ой, Славик тут. А чё он не в бане? Он слепой. И хедшот. Бам. Ладно, я тебе сделаю комплимент. Потому что они хуйню делали. Ты как Сталин. И хуйню мне говорили. Нахуй не люди, которые... Кусают у меня за спиной. Ельцин? Я ебу, кто там? Кто там лежит? Да никогда я не был в этом мавзолее, я не знаю, кто там лежит, ну, реально. Ну, закрой тогда свою пасть. А что это вылезло? Ой, блядь! Ты долбоёб, Фадает? А ты хотел это делать? Чё? Да это баба. Чё я, блядь, с чата слышь смеюсь? Слышь ты нахрен, свин ёбаный. Чё надо, ебать, королева? Давай делай уже. Такая довольная сразу. Блядь, я тебя поддержу, пока переднее сделаю. На нахуй! О, фан! Я думала, там бассейн хотя бы. Поддержу, пока передний. Блять, вот почему мужчины живут по статистике меньше, чем женщины. Сделаю. На нахуй! О, фан, блядь! О. Я постараюсь пиздец. Выжить из этого сальто максимум! Я посмотрела, и у меня уже спина заболела. А я даже не прыгала. Ой. Добрый вечер. Здрасте. Так, Пирос Смоленск у нас, да? Аня, подскажите по температуре сколько сейчас? 10, по-моему. Ага. Радио, наверное, лучше это потушить. А то меня немножко раздражает, когда это громкая музыка. Да, без проблем. А можете сделать градусов, наверное, так вот 20, чтобы было? Получится? Я просто холод не люблю. Или не получится? Получится, конечно, уже сделаем. Вот, здесь слева. Интересно, вот он рофлит, а часто водители там бизнес-класса встречают вот таких вот ебланов, которые типа прям очень выебистые. Еще пожеланий будут? Нет, все, спасибо. Всего доброго, хорошего вечера. Опа. Ну тебя не встречают уже хорошо. Кризи, я вообще-то идеальный пассажир. Идеальный клиент. У меня 5 баллов в этом в Uber и в Яндекс.Такси. Потому что я сажусь и просто молчу. Просто надеваю наушники и молчу, типа еду. Что скрины? Ну ладно, может быть 4 и 9,5. Но это не из-за меня, это из-за того, что я везла свою пьяную подругу, она говорила, что если он сейчас не включит Меладзе, она нахуй выпрыгнет в окно прямо в машине. Поэтому предполагаю, что, скорее всего, после этого случая. Бля, если я сейчас черную икру хотя бы на губы не положу, я в обморок ёбнусь. Ребята, это была шутка без контекста, они даже, просто, простите, пожалуйста, они просто не увидели, я вообще случайно показал. А что ты показал? Там баннер был огромный, а вы помогаете детям, я после... На губы не положу, я в обморок ёбнусь. Ребята, это была шутка без контекста, они даже, просто, простите, пожалуйста, они просто не увидели, я вообще случайно показал. А что ты показал? Там баннер был огромный, а вы помогаете детям. Я после этого перевожу на Санька. И он говорит про черную игру, да. Простите, пожалуйста, это случайно вообще получилось. Это вне контекста, это типа... Блять, а где этот баннер, я не увидела? Бля, если я сейчас черную игру хотя бы на губы не положу, я в обморок ебну. Простите, пожалуйста, огромный, а вы помогаете детям. Я после этого перевожу на Санька. И он говорит про черную игру, да. Простите, пожалуйста, это случайно вообще получилось. Это вне контекста, это типа не связано друг с другом. А еще бы если бы концерт Егора Крида был, я бы, блядь, там просто стоял.
Егора Крида был, я бы, бля... А нахуй... Подождите, даже если бы его сопли не полетели... Кто это говорит? Ну, короче, в его друга... Они бы полетели куда, в сковородку? А, это просто стоял. Долбоёб, блядь. Ебаный криптон, блядь. Найс, профессия у тебя. Так, ладно, вы там дальше можете играть, я пойду в хорроры. Давай, давай, давай. Собака спит, смотрите. А, это человек, блядь. Я тело собакой перепутал, я в ахуе. А, да. Мисс Свон. Чек не под мышки, мать. Ебать. Эдварда подмутило нахуй. Не, в теории я могу сам ее забрать, но смысл? Нужно с дроном это делать. Хуйня. Боль выстрел. Жесточайший. Один запрыгнул наверх. Я бы не ушибла. О, блядь! Он упал голову! Упал. Один запрыгнул наверх. Упал. О, блядь! Он убрал голову! Бывает, бывает. Да. Он убрал голову! Он повернул, да, реально. Кажется, он повернул! В следующий раз не будет смысла. Вот, а вы говорите, что я плохо в КС играю. Просто мне так же не везет. Типа, вот я прям в голову целюсь, а тело просто отходит. Дай, включи, сука! Ох ты! Сын стройки, ебать! Крис Вэффа поговорил с своим прошлым модером. Славик, он говорит, что не обзывал тебя. Он говорит, что не было такого. Он был на работе 2 года, и он расстался с девушкой. Ему поговорить не с кем. Пойми его, пожалуйста. Чё, разбаниваем чат? Разбаниваем? Да? Ну ладно, разбаниваем. Славный машин. Только покрасил машину, блядь! Бил домер. Блядь, мед на уши, того рот ебал, вилки в жопу насунул сейчас, бля. Бля, ради этого скачал эту хуйню, все. Все, пойдем, видос посмотрим. С чем тебе придется иметь? Сливка смела. Машонка это настоящая фабрика. С первой А какой слив? Вообще, какой слив может быть на мальчиков? Очко его, что ли, типа? Фотка, где он жопу раздвигает руками или чё? Типа, какой может быть слив у пацана? Чё за хуйня? Какая фабрика спермы, блядь? Ах, блядь, меня Лерон Барон отнесла в один магазин. Вы приколите, там сахарная вата, смазка, соленая карамель. Нахуя вообще еда, когда можно сосать член и наслаждаться есть, блядь? Я вот это вообще 2 в 1, блядь, сиди кайфуй. Я не знаю, блядь. Ну так-то подумать, калорий же нет. Нет. Ну вот. Ты вообще ебан, что ли? Чисто такая диета на хуях. Давиду смазку с горячим, когда член... Ебать, у него член чуть не взорвался. Я нахуй. Что ты съёшь, блядь? Мне страшно, блядь. Мне страшно разговаривать здесь, блядь, пиздец. А чё за фотка? С кем я? Я к тому, что удивительное какое-то блюдо есть у вас? Чилийский сибас в медовом соусе. Или какой? Не вижу. Лосось в китайском имбирно-медовом маринаде. А чё так дёшево? Я обычно такое чисто таким завтракаю. Есть колба мясо за 100 грамм, там 6000. А он прям голый там? Небольшой. Ну, 100 грамм. А что это за мясо такое?
Это в провинции, в Японии, в провинции Кобе. Это специально бычков подвешивают, поят пивом, подбивают, где нужно. Оно прям жирное. А я за рулем. И что, это же мясо. Оно пиво напившись. Ты думаешь, тебя подвесят и пивом напоят? Нет, слишком жалко, чтобы заказывали. Бычков жалко. Давайте попробуем. Ну, это пиво. Утку в стол. А просто черная икра есть? Да. Давайте. Порция 25 грамм. Сколько вам порция? Ну, конечно, вы рекламировали, как эти фотки. Интересно. Вы будете? Три порции. Это ты скинул, Золотой зал – это уже эпоха позднего барокко, а именно стиль шнуазри. Боже, что? Так я видела, как он выглядит. Я думала, там реально жопа его. Получает китайщина. Ведь... В смысле, он с вебкой стримил? Как одежда у меня тоже. Да? Да я шучу. Я как колонна должен здесь стоять на фоне, мне кажется. Тоже чат, держитесь меня, все нормально у вас по жизни будет всегда. Откуда у тебя эти фотки? Сейчас хватайтесь по возможности и держитесь, не отпускайте. Тоже по три хлеба будете брать с хлебной корзины. Один кусать, два оставлять, нахуй. Просто чтобы стол был накрыт, чтобы не раздражала пустота ебаная, которая на душе, нахуй. Это что за нахуй? Она только еще смотрит, мне бы было жалко ее кушать. Надо голову отрезать, чтобы не так грустно было кушать. Если вы дальше распространять это не собираетесь, я утку нахуй ненавижу. Вот это если что моё, нахуй. Ну, когда деньги уплачены, уже хули делать. Я так же говорю. Я до последнего ем. В карман и в рот, блядь. Хуя тут что оставлю? Блядь, такой звук, как будто там зубы посыпались просто. Вот такого представь, здесь вот сидит вот так. Может, уточку с собой сделаем? Да не, пусть летит. Блять, вот если бы я работала в таком ристике официантом, я бы просто доедала, типа, вы прикиньте, ну жалко такое выбрасывать, эта утка сколько? 1006 стоит? 4000, 5. Грех такое выбрасывать. Так я 10 тысяч на чай оставил. Хочу кушать теперь. Я тоже, я сегодня ничего не ела. Я что-то забыла. Когда пишут 5к, если ты оставляешь 10, пишут минус реп. Низкий заряд батареи. 50 тысяч потратили на еду. Можете чуть-чуть. Она 11 стоила. Блять, а какой адрес я бы приехала, доела? Да и так. Илюха Excel сколько на ролик не тратит, сколько мне на ужин, ебаный в рот. Да ты бы за полчаса столько зарабатывала с чая. Тузов, ты думаешь, мне бы чаевые оставляли? Мне кажется, нет. Мне же не донатят, а это также работает. Yeah, yeah.